На улице Крымской специалисты предприятия «Светосервис Кубань» поменяли уличное освещение. Старые фонари сняли, заменили новыми. Установка освещения позволит сократить расходы городского бюджета на оплату электроэнергии за счет разницы в уровне энергопотребления между старыми и современными приборами. А в районе школы номер 6 делают новый тротуар. Старая плитка отслужила давно, поэтому лужи и грязь в микрорайоне стояли почти всегда. Как раз по пути в школу все строительные и восстановительные работы планируют завершить к Новому году.